Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб, и мы снова играем в игру под названием Lego Fortnite. Итак, что мы сегодня делаем? Во-первых, я немножечко расширил свои грядки. Тут, по-моему, две грядки у меня появилось. У меня тут посажены перчики, у меня расширилось поселение. Чутка взять. Если мы сейчас откроем наше поселение, это 6 уровня, мы видим, что у нас 3 персонажа доступно. Можно еще двоих. Но чтобы оно расширилось, мне нужно улучшение сделать новое. При новом улучшении до 7 левела. Гора подарков. Массивный дом. Мебель ванная приятного парка. Чуть-чуть улучшения не хватает. Для того, чтобы это сделать, нужна палка из корневяза. Мраморный блок. Палка из корневяза, которой мне не хватает, 7 штучек. Палка из корневяза. Изменить. Допустим, 7 штучек. Хорошо. Улучшение. Мраморный блок 9 штук. Мраморный блок 9 штук. Запомнили. Еда у нас тоже как бы... Вы хотите есть. Гамбургеры себе сделал. Ням-ням-ням-ням-ням. Мраморный блок 9 штук было. Ага, мраморный блок. Мраморный блок. Ну, как бы нужно мрамор. Логично. Гранит, мрамор. Ну, у меня с его... Хорошо, что у нас его много. Так, 9 там штучек было у меня. Так, сразу лишние предметы мы, соответственно, стараемся не хранить. Кстати, зомбику привет передаю. И хочу ему сказать следующую информацию, что когда я тут зашел в игру, я нашел его рюкзак у себя на базе, который валяется. То есть, по сути, человек, с которым ты играешь, если он потом выходит из твоего мира, все вещи, которые он добыл, они потом остаются. Они остаются просто у тебя на базе валяются, как бы. Так, арбалетик старого типа можно будет дострелять. Стрел у меня 14, заберем его. Это все ерунда, это нам не надо. Лопата, меч, кирка. Топор почти у нас закончился. Но ничего. Наша сейчас цель какая? Сделать лесной топор. Для того, чтобы его сделать, нам нужна палка из корневяза и плюс ограненный янтарь. Мы какую-то часть янтаря уже вот в этой постройке. Ограночный станок. Вот мы его сейчас забираем. И у нас больше этого материала нету. Чтобы его добывать, нам нужно, собственно, кирку израсходовать. Кирки у нас тоже как бы хватает, но это чтобы ее добывать, нужно нам отправляться, получается, в песчаные эти вот берега. Туда мы сейчас пойдем кактусы делать. И, соответственно, чтобы кактусам нарубить большое количество нужное нам, нам нужен топор, синенький этот лесной топор. Я бы их даже себе 2 создал. А зеленые обычные топоры мы израсходуем, допустим, на корневяз, а это чисто на кактусы. Вот наша цель сейчас кактусов набить. Для чего нам кактусы? Вопрос назревает. Кактусы на самом деле нам для очень простого дела, для того, чтобы сделать кирку более топовую. Сделав более топовую кирку, мы сможем отправиться в пещеры, специфические пещеры, опять-таки, которые находятся вот здесь, которые очень горячие. Попадая в эти пещеры... Когда в эти пещеры, ты начинаешь получать сумасшедший урон от того, что тебе жарко. Для того, чтобы тебе не было жарко, мы изготовляем шейк из снежной ягоды. Опять-таки привет зомбику, который подсказал это. Быстренько, оперативно посмотрел в интернете. Что мы выпиваем на 10 минут, у нас резист к огню. Плюс, если мы хотим сделать себе резист к огню, у нас же есть тут всякие амулеты. Мы сейчас с вами можем тут посмотреть, какой тотем, какой амулет... Восстановленный полный запас здоровья приносит дополнительное здоровье через несколько секунд. Амулет здоровья. Защиту. Повышает защиту. Амулет здоровья. Бодрящий тотем. Амулет хладнокровия. Повышает защиту от жара. Амулет хладнокровия. Вот видите, амулет хладнокровия. Если мы таких амулетов хладнокровия себе сделаем, а вот мы себе тут 3 штуки амулета хладнокровия можем поставить. Если мы их то устанавливаем, амулеты хладнокровия, то получается, нужно ли нам пить это коктейли. Вот сегодня наша такая мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-цель. Мини-цель.
А ты ключ можешь другу дать, и друг даже может без тебя заходить на твою карту. А зачем мне давать ключ другу, чтобы он без меня заходил на мою карту? Мне такого не надо. Шелковая нить 3 штуки. Три, если я хочу 3 амулета, которые хладнокровие, от жара, повышает защиту от жара, то мне нужно 9 шелковых ниток. 9 шелковых ниток. 9 шелковых ниток, а их нужно как-то создать. Шнурок есть какой-то у меня. Шелковые нити отсутствуют. Вот надо будет с этим делом разобраться. Шелковые нити. Шелковые нити. Шелковые нити. Но, наверное, я подозреваю... Так, мы это сейчас, наверное, съедим. А чтобы здесь... О, молоко! Это шейки снежной ягоды, наверное, зомбик создал. Подозрение у меня есть такое. Огненный янтарь. У меня это наши остатки. В принципе, мы в этом, за этом сундуке лучше его оставим. А эти вот мы молочко, плюс эти ягоды. Но это все мне надо, надо. Ладно, еда пока что может... Вкуча, вот у меня большие проблемы с инвентарем. То есть мне реально негде хранить. И я теряюсь. Шелковые нити. Так, допустим, взять. Вот наша прялочка. Шелковые нити. Шелковая нить. Ага, она делается из этой вот... Так, убрать все. Шелковая нить. Убрать все, задержать. Оп. Инвентарь заполнен. Понял. Понял, все, вопросов нет. Инвентарь заполнен. Косточки, косточки, косточки. Допустим, освобождаем косточки. Убрать все. Шелковая нить. Нам нужно их 9. А шелк. Шнурок, шелк, 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 шелк. А что, у меня шелка нету? А я эту паутину должен где-то был, имел полным-полно этой паутины, слушайте. Шелк, шнурок. Шелк, шелк, шелк. Ну вот, шелк, 30 единиц. Есть, я прав. И мы сейчас его изменяем и создаем 9 единиц этого шелка. Окей. Так, сейчас ночь наступит, но это, конечно, печалька. Так, кукурузу можем захавать. Что он съел? Что он съел? По-моему... А, кукурузу. Отлично. Так, что? Я запутался снова. Снова запутался. Чё? А, амулеты, амулеты. Я на амулетах. Значит, шелковая нить будет. Мрамор есть. Песчаная... Во! Песчаная раковина. И мы вернулись к нашей проблеме. У нас эти раковины обычно есть, а песчаные редкие, потому что их нужно добывать в песчаных этих вот биомах. Это очень долгий, трудоемкий процесс. Чтобы один такой предмет создать, нужно очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень плотно запотеть. Поэтому нету смысла в этом деле, потому что у меня и так нету этих ресурсов. Хорошо, молочко у меня есть, ягоды сейчас какие-то добуду. Сейчас попытаемся что-то здесь сбросить, что-то переместить. Так, это сюда, кирка, меч. Вот сюда, ладно, все поскидываю. Это мне не надо, дрова, пшеница, еда. Пшеница, еда, пшеница, еда. Вот это. Коготки, пускай будут здесь. Такой маленький сундучок, ничего в него не помещается. Это мы израсходуем, это мы израсходуем. Ну, еда, опять-таки, видите, мне тут... Это, в принципе, мне не надо. Ночь наступает, тоже фигово. Ладненько. Надо коров еще искать. Видите, у меня длительные подготовительные процессы. Это, конечно, печалька, потому что временно-то все куча тратится. Так, ну все. Ага, еще это можно сбросить. Еда какая? 10 гамбургеров у меня есть. Еда какая-то есть. Надо сейчас пойти коров гладить. Сейчас будем пойдем коров гладить, короче, пацаны. Без коров мы не обойдемся. Так, молочко оставляем. Дерево, допустим, сюда. А вот говно, вот это вот добро, я не знаю. Грунт, хотелось бы говно насобирать, коров где-то найти. Ну, пойдем искать. Кстати, что у меня с мечами? Есть один меч. Иду искать коров. А вон коровы. Сейчас у них немножко позаимствую говна, пособираю. Кстати, надо арбалет сюда поставить, а это сюда. Это мы будем потом употреблять. Нам нужно сейчас молочка намутить. Разломы, гроза. О, говно валяется. Кстати, насчет факела. Почему бы себе его не взять? Коровку раз погладил. Молочко гони. Вторую погладил. Где мое молочко? О, это другой разговор.
Коровка. Куда убегаешь? А, молоко 3 единицы дали за одну поглажку. А это не дает. А это? Может, я перепутал что-то? Говна совсем нету. Ну, коровы обленились. Смотри, какие. Так, тут пока что у нас ночка идет. Мы можем, в принципе, сделать себе еще одну грядочку. Во, немножко молока намутили. Для того, чтобы мы с вами могли дальше продвигаться, нам нужно снежная ягода. Снежная ягода взять. 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 Если мы открываем, мы видим, что там семян никаких нету, снежной ягоды. А вот здесь есть. Во. Поэтому мы так ставим. Разделить. Разделить. Единичку сюда. А это, допустим, мы сейчас запихнем вот сюда. Все. И тут тоже снежная ягода будет благополучно расти у нас. Так, кукурузка. Кукурузку можно взять. Кукурузку можно быстренько приготовить. Захаваем, захаваем. Еда. Шейк есть, это есть. А, говна бы еще найти. Молочка у меня 3. Ягода есть. И можно еще шейк сделать, еще один. Но это случай, на случай... Это, по сути, я сейчас делаю даже наперед. Потому что я в пещеру и так пока что не пойду. Я за кактусами иду. Сейчас наступает день, я отправляюсь за кактусами. Понимаете, в чем прикол? А, кактусы набью. И костей у меня просто, я не знаю. Выбери и продавай их, эти кости. А, мне надо... Ну, похавал. Мне надо, короче, за кактусами идти. Но ночка. А где тут? Не видно где. А ложиться спать тут нельзя в этой игре. Это очень ценный персонаж сейчас для нас. Почему? Потому что... Ой, кулаком бить не очень приятно, конечно. Очень ценный для нас персонаж. Да куда ж ты убегаешь от меня? Потому что с него эти желтые песочные раковины выпадают. Супер ценный для нас ресурс. Песчаные раковины, благодаря им, если я их 9 штук добуду, то я смогу себе... Смогу себе амулеты сделать. И вполне вероятно, что имея вот этих амулетов 3 штуки, я смогу в пещеру заходить без напитка. Но это чисто моя теория, догадка. Я не знаю на самом деле. То если кто-то есть, кто смотрит и специалист, может мне подсказать. Вот, кактусы. Кактусы. Это вот нам нужно сейчас добывать. Кактусы. Во. И это вот палка из кактуса. Это очень важная для нас тема. Вот обычный камень. Ой, кактус. О, а чем так бурлит? Так, бур-бур-бур-бур-бур. Что-то бурлит, как будто лава бурлит, слышите? О, арбалет, редкий инструмент, зеленый арбалетик появился. О, видите? Будто бы лава бурлит. Черчежи появились какие-то там. Малое колесо! Малое колесо, черчеж! Я могу себе теперь машину создавать. Я себе смогу тачку создать и быстрее передвигаться. Где-то лава бурлит. Вот, может быть, динамит бы лучше бы забросить было бы. Это все так за одним разом добыть. Кактусы быстро мы добудем нужное количество. Вот так. Но в пещеру как бы под коктейлем можно зайти. Но нету смысла, может, у меня нету инструмента. У меня нет инструмента. О, я и нашел. О, там их 2 штуки. 2 песчанки. Плюс один амулет, который меня от жары будет спасать. Вон 2 этих песчаные покатушки. Надо с ними сразиться. Интересно, у меня моего меча хватит? А в принципе можно арбалетом их попробовать разбить. Вот они тут 2. Давайте попробуем их с арбалета. И сразу же слоты себе освободим. На. Оп. Подожди, я их ничего не пробиваю вообще. 5. Урон по 5. А, сломался арбалетик. Где мой второй арбалетик? Вот он. Что ты как-то сожрешь? Стрелять надо. Жрет и жрет кактусы. Бесконтактный бой. Промазал.
Мимо. Есть. Все. Наш пассажир. Вот еще один такой. На. Блин, жрет и жрет эти. Да сколько может... Вам жарко, понял. Нет патронов, понял. Иди сюда. Вам жарко, я понял. А там волчара мне нужны. О, сейчас меня убьют. Опа. Вам жарко, я понял. Надо есть, надо есть. Уходим отсюда. Что-то здесь нам жарко очень сильно. Иди сюда. Добью? Я не хочу погибать. Сюда снова бежать 2 часа. Катись ко мне давай. О, блин! Черт! Придется бежать. Хо, вернулся я сюда наконец-то. Ой, тут скорпионы. Ё-моё. Скорпионы. Курицы нападают. А, он еще и взрывается потом. Господи. Да подхавать срочно. Срочно подхавать. Так, есть еще. ХП надо восстановить-то. Сердечки так быстро не восстанавливаются. Так. Мы сыты полностью. Сердечек у меня 3. Еще маленькая половинка. Итак, хорошо. Сейчас мы добываем эти кактусы. Возвращаемся, в принципе, на базу. Делаем себе кирку более топовую. Вот у меня только проблема. Моя проблема в том, что я не знаю... Хватит ли мне... Хватит ли мне ресурсов под названием... Это как его? Ну, того желтого, как он называется? Желтого того камушка необработанного. Его, по-моему, тоже надо было для крафта. Этого я не помню. Ну, кактоса, мне кажется, мне хватит. Вот этих камней... Этого не гранита, как его... Не изумруда, как он называется? Так, ладно, я думаю, что кактусов реально хватит. Кактусов должно хватить. А сейчас посмотрим вот здесь. Вот эти вот камни, вот эти вот желтые. Вот этих камней мне точно будет всегда не хватать сейчас. Вот этих вот желтых камней. Так, скорпионы, которые взрываются. Которые очень больно бьют. Очень больно бьют скорпионы. Они взрываются. Они взрываются все. Они бахают. И наносят хороший урон. Так, мясо забираем. С мяса мы потом гамбургеры себе замутим. Вот здесь должен быть какой-то подъем наверх. Какая-то катапульта. Какой-нибудь подъемчик должен быть. А я его тут не вижу. Я не взял ускориться. Мало энергии. Как я рад. Но есть древесина. Мы можем подъемчик себе тут сами замутить. Сейчас я быстренько бегу, посмотрю, вдруг где-то тут есть какой-то гейзер. Обычно гейзеры тут присутствуют. Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Буль-буль-буль. Лава бурчит, вы слышите? Бур-бур-бур. Ну это пещерная лава, поэтому там так жарко. Короче, судя по всему, здесь надо строить. Без строительства тут никак. А чтобы нам забраться вот туда, нужно делать построечку. Вот здесь. Сейчас я этим, наверное, и займусь. Вот здесь надо нам сделать подъем, строительство. Колеса, видите, появились. То есть мы можем реально уже транспортные средства какие-то создавать. Рычаги. Так, самые базовые постройки, которые можно сделать для подъема наверх. Лестничка вот такого плана. Очень экономно. Очень экономно. И выгодно для меня. О, escape. Ой, по идее, это мне подъемчик наверх устроит. Во. А здесь кирка. Допустим, если мы берем обычную, конечно же, оно не будет ничего добывать. Надо только вот такой. Вот такой, пожалуйста, бей. И добывай. Нам нужно этот постараться сделать себе небольшой запас. Вот этого необработанного... О, видите, я забыл. Янтарь называется. Вот, нам нужно его тоже добыть, потому что я так подозреваю... Кирка тоже будет где-то из него состоять какая-то. А может быть не кирка, а какой-то меч. Кактусовый. Так, янтарь есть. Весь выковырял.
А, вот тут гейзер есть. Сейчас я это посмотрю. Может, где-то тут янтарь может быть еще по окрестности, по кругу. О, видите, я был прав. Так. Янтарь присутствует. После этого янтаря домой. Кактуса много, янтаря много. Делаем кирку следующего левела. Пьем коктейль. Хотелось бы хотя бы один защитный. А может быть бы одного хватило бы, кстати, птичка. Вот я не знаю. Вот хотя бы один бы сделать. Вот у меня не хватает сколько. Вот мне нужно еще одну песчаную раковину раздобыть. Вот надо. Моя цель еще получается хотя бы одну песчаную раковину замутить. Где-то подмутить одну песчаную раковину. Сейчас уже эту скалу обработаю до конца. Тут один подъемчик сделал. Тут где-то был гейзерный подъем в плане, чтобы вверх меня выпрыгивало, выталкивало. Вот он. Вот так, бежим вперед. И... О, а янтарь будет здесь? А янтаря здесь нету. Вот так вот. А я тут размечтался. Даже если я, допустим, хочу строительство сделать. Ой, что-то я не то поставил. Вот это. Даже не на что ее. Ой, ночь наступает. Вот это тоже фигово на самом деле. Видите, ночью холодно, днем жарко. Эй, может я здесь так допрыгну? Всяких. Не особо вижу смысла мне туда наверх. Просто посмотреть чисто. Нет там ничего, видите? Так, теперь что мне с этой раковиной делать? Искать ее, не искать эту раковину. Плюс я еще и голодный. Но мясо есть. Гамбургер подхавать. Давайте один хамбургер. Но он от холода, он от жары защищает. А я его жру днем. То есть ночью. Вообще нелогично. Так, ладно. Возможно, найду хотя бы один. О, вот он. Вот ты мне и нужен, чувак. Есть. Во! Ради тебя я здесь и останавливался. Теперь моя задача вернуться максимально быстро домой. Три раковины у меня есть. Ни на что не обращаем внимания. Просто бежим домой. Итак, мы дома. Мы на базе. У нас есть песчаные раковины 3. У нас есть необработанного янтаря. И у нас есть кактуса. Очень много кактуса. Для чего мы это дело с вами добывали? А все очень просто. Так, сейчас заберу вот это дело. А все на самом деле очень просто. Еще раз, чтобы напомнить. Для того, чтобы мы дальше могли продвигаться по игре, нам нужно отправляться в любом случае в песчаные шахты. Песчаные шахты очень горячие. Там лава внизу. И, во-первых, нам нужны такие шейки, которые снежные, из снежной ягоды, которые защищают от излишней теплоты. И плюс нам нужна там особая кирка. Кирка необычная, нам уже слабенькая слишком. Она не сможет там справляться. И поэтому мы добывали кактусы. Кактусы мы добывали для того, почему, почему. Потому что кирка. Кирка, палка из кактуса 3, песчаный коготь 3. Песчаный коготь, вопрос, где они у меня есть или нет. Вот сейчас, если у меня их нету, это будет печаль, потому что я не помню. Песчаный коготь. Это волки. Песчаный коготь, у меня их 5 штук. У меня их не 6. То есть я, если где-то у меня затерялся песчаный коготь, окей, классно. Но у меня их 5, а не 6. Песчаный коготь, я сейчас пробегусь по всем своим сундучкам. Синий песчаный коготь. К сожалению, я его тут нигде не видю. Это плохо. Сейчас тут еще посмотрю в этих сундуках. Вдруг где-то здесь песчаный коготь. Арктический коготь. Это я когда случайно лазил туда. Видите, фиолетовый. Это синий, это фиолетовый. Поняли разницу? Ну и здесь тоже нету. Получается, я всего лишь одну кирку смогу сделать. К сожалению, немножечко я просчитался. Ну, значит, ладно, не страшно. Мы хотя бы протестим эту кирку. Нам нужно сейчас песчаные когти есть. Палки. Давайте сделаем их, эти палки из кактусов. Палки из кактусов мы их сделаем. Получается, палки из... Корневяза, палка из кактуса, изменить. И мы сделаем себе типа с запасом, пускай будет 6 штук, да? Там 3 штуки надо было на одну кирку. Мы себе их делаем 6, пускай он и создает. Дальше, что у нас дальше? У нас появилось немножко мяса, 6 единиц.
Нам нужен, нам нужен... А, давайте с амулетом разберемся, с амулетом. С амулетом немножко история тоже такая интересная, которая у меня есть теории всякие по поводу амулета. Я уже как бы озвучивал. Ага, рыцарский щит появился. Амулет от защиту от жара. Повышает защиту. Видите, шелковая нить, песчаная раковина, мрамор, одна единица. Мрамор, одна... Что мы можем тут перебросить такого? Вот это, допустим. Мрамор, одна... Мрамор, гранит. Мраморный блок. А чисто мрамор. Есть такое. Одна единица. Разместить. О, поменять местами как-то бы. Ну ладно, 30 так 30. Так, я уже сбился с мысли, что я хотел. Хладнокровие. Не кипятитесь, даже если вокруг пекла. От жара. Во, мрамор, шелковая нить. На шелковую нить у нас слотов нету. Сейчас будем думать, чем освобождать. Ага, семена кукурузы. Мы их можем сбросить. Семена кукурузы. Вот, допустим, вот. Это не кукуруза. Ошибка. Вот это кукуруза у меня. Кукурузка, кукурузка. Пускай они тут лежат. Хорошо, семена кукурузы есть. И опять я... Ну, к сожалению, это я не робот, не могу все помнить. Сейчас еще раз себе напомню. Шелковая нить, песчан... Шелковая нить, 3 единицы. Шелковая нить, мы где-то здесь с вами 9. Я себе сразу на 3 амулета как бы планировал. Думал, что я такой модный, сразу 3 амулета себе забецаю. Не тут-то было. Хотя бы один амулет мы сейчас с вами себе, значит, хладнокровие создаем. Он быстро у нас делается. Во. Закрываем. И он у нас где-то должен, по идее, быть тут, в инвентаре. Вот он. Амулет. И мы можем себе его спокойно сюда разместить. Теперь мы как бы... Если мы таких 3 амулета поставим, интересно, оно будет как-то суммироваться? Не будет. То есть мы более устойчивы к жаре стали. По идее. Это здоровье. А это защиту, повышает здоровье и защиту. То есть это базовые амулеты. Это такой, который необычный уже. Так, хорошо. Если я 3 таких поставлю, я хотя бы с одним зайду в пещеру без употребления коктейля. Без употребления коктейля. А это будет мой такой экспериментик небольшой. Так, значит, что наша цель сейчас сделать себе кирку? Палка из кактуса, которую мы тут уже создавали себе сразу. Палку из кактуса, вот она есть. Забираем. Палку из кактуса. Есть новые там какие-то рецептики. И мы можем, в принципе, вот он, кирка, создаем. К сожалению, мой затуп, что я не просчитал, что я этих песчаных когтей себе не взял, не забрал. И поэтому вот такая вот ситуация. Но это не страшно. Мы потом себе их сделаем еще. Потом еще подмутим это все дело. Сделаем как надо. Палка из кактуса пока что здесь может полежать. Это, по сути, кирка нам больше как бы и не нужна. Я не знаю, зачем тут их коллекционировать. Пускай они как бы валяются куда-нибудь. Ну, короче, не нужны они, эти ресурсы. Это лишнее. Мясо. Значит, мы сейчас с вами... Мясо. Это мы можем съесть. Это мы оставляем. Нектарный гриб пока что. Я не понимаю, зачем он нужен в игре вообще. Как бы мне не ясно. 6. Нам нужно немножко перца собрать. Перец я тут где-то выращивал. О, перчик жгучий. Вот у нас есть. О, а, мука. Ну, муку я не помню, куда я тут убрал. Сейчас будем вспоминать потихоньку. Мука. Вот она, мука. И мы сейчас тут подумаем, как нам поступить. Надо что-то освободить. Ладно, лианы выброшу. Перчик, муку возьму. Вот, немножко есть мясо, немножко есть перца, жареное мясо, гамбургер изменяем. Можем создать себе вот столько гамбургеров. Только перца уже ж не хватит, правильно я понимаю? Перца и мяса-то не хватит. Ну ладно, пускай готовят сколько хватает. Гамбургеры берем. Какашки, понятно. Коктейли у меня 4 штуки для эксперимента хватит. Кирка у меня создана. Меч. Есть. На защиту мне хватит. То есть мне надо сейчас просто освободить свой инвентарь. Правильно я понимаю? Чтобы мы могли с вами отправляться в путь, мне надо просто банально освободить свой инвентарь. Кости у нас слишком много. Это мы оставим. Кактус хорошо бы сохранить. Кости нам не нужны. Кактус сохраняем. Кости мы выкидываем. Песчаный коготь. Хорошая вещь.
Песок с тем мы выкидываем. Песчаный коготь оставляем. Это выкидываем. Такие какие-то самые ненужные ресурсы. Шелк можно оставить. Шелк можно оставить, пожалуй. Эти волчьи коготки мы сюда, допустим. А что он? Ага. Ну, лишние выкинем. Кости нам не нужны. Так, мрамор берем. Арбалет. В принципе, мне он с собой брать его вообще не надо. А, кстати, эту можно кирку одну тоже дропнуть. Вот моя сейчас цель просто отправиться туда в пещеру, протестить. Как бы ролик уже и так бы можно было бы завершать, в принципе. Но надо же до конца эксперименты все довести. От холода надо, и тогда можно туда в зиму. Ну да, защита от холода. Амулеты, либо специальный коктейль. Специальный коктейль, либо, да, да. Все правильно ты мыслишь. Все абсолютно верно. Так, дерево сюда. Это мы сейчас тут... Что там? Кушать хочется? Сейчас покушаем. Гамбургер. О, у меня уже ночь наступает. Кокульки. Землю можно всегда, в принципе, накопать. Гриб, наверное, я съем. Потом, если что, добудем. Ягоды сейчас тоже подхаваем. Гриб съедим. Необработанное-то сюда. Капец, слот. Мне нужен какой-то новый сундук, что ли, создавать? Мне реально слотов уже не хватает. А появился какой-то новый сундук вообще у меня? Новый сундучок, хранилище. Новый сундук. О, хранилище. Но есть маленький сундук, 10 и более, есть 16. Корневаз, 8 корневяза, мраморный блок 6. 8 корневяза. Разделить 8 корневяза. Мраморный блок 6. Разделить 6. О, 6, вот так. И сейчас себе сделаю тут еще один сундучок, попытаемся. Поместится здесь? Нет, ну тогда вот так поставим. В уголок сюда. Во, и тут тоже как бы можно что-то да и посбрасывать, да? Арбалет, стрелы. Ну, такое я им не очень пользуюсь. Лучше мечом. Хотя, ладно, пускай будет. Какашки, муку мы выбрасываем. Это съедим. Корневяз не надо. Топор. Вот это самое главное, получается, наши вещички. Как-то вот так. Вот так. Факел мы, чтобы не замерзли. Так, дня надо похавать. Есть ягоды. Ягоды очень мало затыляет. О, да, очень мало. Гриб может... А нельзя гриб съесть? Гриб нельзя есть. Опа, вы видели? Ну, ничего. Так, что у меня? Гамбургер есть. Я тут их наготовил, гамбургеров какую-то часть. Кукурузка растет. Взять. Всего лишь 2 гамбургера. Пакет кукурузы разместить быстро... Подожди, убрать все. Поехала. Так, что наша... Какая наша теперь цель? Вернуться обратно сюда, зайти в пещеру, протестить, как работает защита от жара. Будет ли она нам насколько-то как-то помогать? Будет, не будет? Вопрос, конечно, интересненький. Не знаю. Так, вот это мы соберем, это мы захаваем лучше бодрящую ягоду. Вот так сделаем. Все, побежали. Значит, нам надо сейчас добраться до песчанки, до песчаной пещеры. Наша цель. Коктейль есть. Все есть, все есть, все, что надо есть. Еще подхаваю. Чтобы голодненький не был. Ужаснее я пока не убивал, но у меня все к этому идет, потому что чем дальше я продвигаюсь, я думаю, что я его буду с арбалетов гасить. И я заметил, что ужаснее, светятся ярко глаза. То есть, если нам нужно уничтожить ужаснее, мне кажется, что мне нужно валить его по глазам и с арбалета стрелять. Если же это не сработает, моя такая мысля была... То нужно его закидывать гранатами, бомбами. Я думаю, что бомбочками его закидаю издалека. Вблизи с ним драться вообще нереально. Он тебя с одной тычки, с двух вынесет сразу. Есть такие мобы здоровенные, сильные, суперсильные. Я его уничтожу. По-любому разберусь как, почитаю, если не разберусь сам. Так, мы идем в пещеру, наконец-то. Идем в пещеру. Про ужасник ответил.
Сейчас еще ягоду схаваю. Ну, я думаю, что сейчас все будет хорошо. Если мы коктейль выпьем, плюс у меня амулет. Я думаю, что я чисто на коктейле без амулета бы справился. Но не знаю, не знаю, не знаю. Так, где пещера? Чуть левее. Мне даже интересно, что я там сейчас буду добывать. Какие там будут монстры? Что там будет вообще? Я там ни разу не был. Первый раз в пещеру, в песчанке. Песчаная пещера. Скорпион, пофиг на скорпиона. Ну, где-то справа чуть-чуть от меня пещера. Я ее пропустил? А где пещера, алло? О, здорово! Есть! И паучка вынес. О, еще один вылупился! Кайф, 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 кайф! Давай. Это лава! Только сейчас заметил. Нифига себе! Вы видели? Блин, не попал. Я только сейчас заметил. Это лава? Что это такое? Сундук? Искать. Не понял! Так, забираю. Семена, перья, еще семена. Открыть. Невидимый сундук, офигеть. Я такой ни разу не видел. Так, где-то спереди пещера должна быть. Я не вижу какой пещеры. А, вот она. Все, нашел пещеру. Ребята, погружаемся в песчаную пещеру впервые в жизни. Так, на всякий случай, допустим, я кидаю себе сюда сразу же на панель быстрого доступа коктейль. Коктейль, который меня защищает, получается... Что такое синенькое? Кактус. Ладно, заберу. Фух, поехали, пробуем. Просто с одним амулетом. С одним амулетом. Жара. Гляньте, какая жара. Сразу показатели вот у меня над головой. Супер сильные. Вам жарко? Нет, терпимо. ХП не забирают. С одним амулетом мне жарко. И у меня ХП не забирают. То есть... А, нет, жарко. Вам же. А ну пьем коктейль. Смотрим. Опа! Жара спала у меня. Так, ты тут такой. Здорово, скелетон. С бомбочкой. Ой, бомба. Сам себя взорвет. А, лошара! Блин, какой он сильный, капец! Кости. Две кости выпало. Это что? Гранит. Капец, какой он сильный. Древесина обычная. Грибы. Факел, что ли, нужно брать? Чуть темно тут, слушайте. А вон там какие-то ресурсы вон. Так, у меня не очень много времени. Там скелетоны. Скелетоны довольно сильные. Так, надо, короче, я так понял, факел. Без факела тут никак. Кто там? Скелет. Блин, они какие-то тут бронячие. Надо какой-то... Ого, и бьет! Нехило так бьет. Блин, они тут очень сильные. Ай, меч! И меня уничтожили в этой пещере! Капец, они тут сильные! Возродиться, блин. Они тут и меч мой настолько быстро проседает, настолько быстро он уничтожается. Первый брать с собой напарника реально. Кого взять? Эти гамбургера. Я что-то забыл. Продолжить, окей. О работах. Исследовать мир вместе. Все, он будет со мной теперь гоцать. А что по оружию? Подожди. Я же не могу, я не могу создать новое оружие более синего типа. Арбалет могу синий. А меч синий не могу создавать, то есть редкий. Мне нужно улучшение. Для улучшения нужно медный слиток, обсидиантовый блок, чешуя ужасня. Для следующего улучшения верстака. То есть это супер сложно. Капец, меня отмудохали, слушай. Прям в пещере. Попустили как лоха. И я туда сейчас зайду в пещеру, я же там сразу же, получается... Урон буду получать. Тут не надо корову. На 10 минут у нас резист к жаре. Такой не такой. Смотрим, как у нас показатель падает сразу же. Видели? Обратили внимание сверху, как сразу чикс повернулось. Но типа мы держимся. Так, есть защитник. Факела нету.
Аккуратненько пытаемся. Скелеты тут где-то вдоль стеночки. Аккуратненько. Где-то здесь я потерял свой. Вот мой рюкзак мой. Так, все. Меч. Это сюда. Меч сюда. Арбалет, арбалет, арбалет. Арбалет сюда. Амулеты все сами стали на место. Подсветка есть. Все. А теперь двигаемся. О, корни... О, вот этот ресурс нам надо 100%, да? Как до него достать? Вопрос. А, разбить ветки. Подожди, ветки синие. А зеленые ветки. Можно зеленым разбивать топором? О, корневяз, походу. Или обычный дерево. Построить. А, нам нужно какой-то... Залазил какая-то наверх. Лестница, 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 ребята, нужны. Но где оно? Это вот такая штучка нужна. А почему не могу ее ставить? В чем проблема? Только вот так. Необходима опора, задолбали. Ну реально. Не издевайтесь надо мной, дайте поставить. Вот так. Камень мешает. А-а-а! Какая-то кирка есть ненужная. Окей, допустим. О, защита у меня работает, моя защита. А мы пока тут поработаем с ресурсами. Подожди, выше надо. О! Вот это оно, ребят. Долбаем. Подожди, подожди, что-то не то. Факел, почему факел не работает? Молоко убрать. Факел. А, работает факел. О, медь! Кайф. Почему не достаю? Почему не достаю, эй? Медь собрать. Кусочек меди. Медь. Ой, подожди, ты кто такой? Вали, гада. Мы его вдвоем пинаем. С товарищем моим. О, добил его, хорош. Шапочку давай. Ой, там куча меди. Это лава? Ребят, это лава. Ух, тут и жарко, конечно. Это медь. Что это за камень? Не знаю. Нет, они похожи на медь. Это что-то другое. Это не медь. Это не медь. Это что? Инвентарь заполнен. Ё-моё. Ой, какие-то бомбочки. Что это? Лавалит какой-то. Ого. Лавалит. Ой, бомба кидает. Что там? Бомбочки сверху. О! Куда? Моего чупака разбили. Блин, ты гранатометчик. Ай, блин, больно. А когда он появится, новенький? Ой, не попадаю. Оп, назад. Ай! Поворот. Блин, так мало с них ресурсов хороших выпадает. А где мой напарник? Его все? Его больше без напарника остался. Блин, лавалит какой-то. Ладно, фармим. Берем, берем, берем. Плавильня! О, плавильня появилась! Вот это да! Кто здесь? О, заспавнился новенький. Лего Фортнайт называется, конечно, Лего Фортнайт. Что, не узнаете игру? Так. То есть ограниченное время тут у нас есть. Очень ограниченное время. Чтобы мы тут с вами... Ну, у меня, в принципе, коктейлей хватит. Ой, кто-то нас кто-то засек. Ой! Просто у меня как бы... Знаете что? У меня как бы немножко с оружием не очень. А оружие-то у меня быстро батискелетов разбивается. Вот в чем проблема. А добывать не всегда подручно. Скелеты, гады, спавнятся. Так, что там подхавать у меня было? Ягоды какие-то. Так, ягодки, ягодки, ягодки. Нормально. Так, факел, 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 факел. Факел, факел, факел.
Первый раз я в этой... В этой шахте так вот орудую. Так, 4 минуты у меня резист в жаре. Типа, я что могу сказать ему, чтобы он тоже добывал? Походу. Чтобы он тоже ресурс добывал. А сражаться он будет? Поговорить. Вкусно было. Вот, держи. Подарить кирка. Я могу дать ему... короче, кирку модную. И он будет с этой киркой тоже добывать ходить мне, получается. Походу. Да я буду стрелять. Ты меня охраняй. Ты будешь моей крышей. Я буду добывать. Фух. Уже час, короче, играю. Но я это дело сделаю. Поизучаю. Ресурсы типа добываю. Вон, лавовит. И что? Второй ресурс называется медь. Лавовит и медь, поняли? Так, забрал. Чё я к этому не достаю до этого ресурса, да? Лавовит, медь. Лавовит и медь, лавовит и медь, лавовит и медь. Так, вот этого тоже чувака лучше побить. Потому что с него очень хорошая для меня вещичка падает. Только не надо его в землю скидывать. Он уже сейчас... Ну куда? Там моя шляпка с него должна была выпасти. Шапочка вот эта. Ну, блин, потерял. Кстати, если я возвращаюсь домой, мне бы... Если этот... Его. Он там прыгает по главе. Если я возвращаюсь домой, мне нужно обязательно найти волка, чтобы с него добыть клык в этот песчаный. Потому что я не смогу себе еще одну такую кирку сделать. Я тут лавовит это добываю, у меня его уже 42. Мне нужно больше меди добыть. Лавовита, мне кажется, ну, 50-очку можно себе добыть его. Но мне надо на медь как-то сориентироваться, потому что... Мне было как-то и того в достатке. Ну, да давайте на медь поищем. Медь, 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 медь. Не вижу меди. О, ты тут снова. Иди сюда. Опа, вернулся. Есть. И шапочку забрал. И шапочку забрал. Все. Помощник мой, конечно, гениальный. О, вот еще. Видите, есть тут этих песчаных этих, тут этих очень много. И с них как раз шапочку. Мы себе сделаем 3 медальона защиты от жары. И это будет мой еще один такой потом экспериментик, скажем так. Мой экспериментик будет в плане том, что я буду... Вот у меня их 5. Если я еще одну добуду, то я смогу себе сделать еще 2. Будет там что-то фиолетовое прям такое сверху, видели? Тут не запрыгну. Пещера, пещера, пещера. Так, кирка у нас еще нормальная. Я заметил, что в этой пещере нету таких под сияний, таких, как раньше было, каких-то там зелененьких, каких вдалеке. Так, это, по-моему, выход. Во, а это то, что мне надо. Вот это. По-моему, это медь. Если я не ошибаюсь, это медь. А ну-ка, медь это... Это обсидиант! Это не медь, это обсидиант! Еще один ресурс! Ну да, там что-то было с обсидиантом. Ой, бомба, бомба, бомба! Кувырок. Блин, все равно задело. Да ты достал меня своими бомбами! Опять бомбочка. Разберись там с ним. Смотри, он меня тут домахает сейчас этими бомбами. Разберись там с ним. Где мой помощник? Помощник мой спит, походу. Подожди, подожди. Так, а чё происходит? Почему? Что за фигня? У меня хп уже заканчивается. Блин!
Вот это да, следите за бочкой. Бочка может быть у вас к интересным местам. Короче, они меня снова вынесли, даже с помощником. Помощник стоял возле меня и втыкал, а чувак меня закидал своими... А, медальон... А, значит, это все-таки со мной штука. Значит, мне нужны снова коктейли, мне нужно снова ягодки, вот эти, снежные ягодки. Мне нужен снова один коктейль. А как я теперь? Я теперь... Вот теперь я не помню, где моя, получается... Как я теперь в пещере должен найти место, где меня, по сути, уничтожили? Это крайне сложно. Но я попытаюсь это сделать. Там куча ресурсов моих, все там это... Мне нужна корова. Мне нужно снова сделать коктейль. И мне нужно снова идти в пещеру, как-то себя восстановить. И эти ресурсы забрать. Ну, а вообще, в целом, для того, чтобы мы дальше продвигались, у нас только такой вариант потихоньку вот так продвигаться. Вот, обсидиан там был, медь там был. Медь там был, обсидиан там был. Ой, да еще и тут на меня кто-то нападает. Сейчас еще тут мне не хватало, чтобы убили. Яички. Так, что я хотел посмотреть под концову. Вот у меня появился плавильня, у меня появилась. Обсидиантовый, обсидиан 35, пороховое ядро. Откуда взять пороховое ядро? Наверное, тоже как-то пороховое ядро, компонент. Столь позволяет накладывать чары на оружие и инструменты с помощью субстанции. Пороховое ядро. Что-то я не понял, пороховое ядро. Что это такое? Это не то. Пороховое ядро. Пороховое ядро. Где это? Обсидиантовый блок. Окей, это понятно. Пороховое ядро. Надо гуглить, ребята. Вот это пороховое ядро для меня... Непонятно. Это какой-то ресурс неведомый для меня. Пороховое ядро. Три штуки. С кого оно добывается? Пороховое ядро. Вот это у меня вопросик, я буду его гуглить сейчас. Все. На этом серию мы остановим, хотя я не сделал все, что планировал. Но в целом первый заход был такой 50-50, я бы сказал. Полуудачный, полунеудачный. Но тяжело просто, реально дальше тяжело играть. Раньше очень тяжело играть. Вот так вот. Все, всем пока-пока.